Намесник старшини постоянной комиссии Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь по адукации, науке, культуре и социальном развитии Андрей Беляков сегодня провел прием громадян у Гомельской городской организации БРСМ. У этот же день он встретился с навученцами Державного педагогического колледжа имя Выгодского. В рамках диалога обмерковывались перспективы развития державной молодежной политики. Прикладно два месяца тому стартовал национальный проект «Стратегия молодь Беларуси 2030», який повинен вызначить приоритетные направки державной молодежной политики на период до 2030 года. Подчас обмеркования этого документа сами молодые люди повинны вызначить, у каких сферах им необходимая поддержка и гарантии. Встреча у Гомелі – одна со шматликих дискуссийных пляцовок, на яких пойдет размова об поддержке одораных детей, семейных каштовностях, духовности, працеуладкованні и занятости. Обмеркование стратегии продолжится до мая 2019 года, у тым ліку у виртуальном формате. Потом информацию разместять у социальных сетках и на сайте Республиканского института высшей школы, что дозволит усім зацікавленным бакам выказать свои пропановы. Як чекается, сам документ з'явится до конца наступного года. Мы за здоровый образ жизни, мы за крепкую семью, мы за развитие страны, мы за хорошую профессию, то есть мы за. И вот в этом тренде мы выстраиваем или обсуждаем, да, то есть те направления молодежной политики, то есть какие возможности сегодня для молодежи в стране, чем можно воспользоваться и какие направления, чтобы это совершенствовать. Завтра наместник старшини постоянной комиссии Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь по адукации, науке, культуре и социальном развитии Андрей Беляков с 10 до 12 годин проведет прием громадян у Гомельским областным палаце творчести детей и молоди.